Это пересечение Большой Садовой и Буденовского. А это дом книги. И с одной стороны фонтанчик, и с другой стороны фонтанчик. Я сейчас на рынок двинусь. Интересно, вот курить можно или нет? Мне хочется покурить. Вот он, дом книги. Сколько же там всякой ерунды продают, а то, что надо, или втридорого, или вообще нет. Ой, блин, как я никогда не видела этого кресла. Так, фонтанчик не работает. Водичка какая-то затхлая. И цвететки от жары поплыли просто с виноградом на голове. Уже не знаю, чем прикрыться. Реально жарко сегодня. Убойное кресло. Хочу в нем селфи.